Я и думаю, что микрофон дает? Что за мое место достало, блядь? Что стало? Девочки, сегодня на ужин у нас вот такая вот припендюлинка, фейндепс, мини-мишечки такие вот из магнита, кстати. И, конечно же, оригинальный киндер-сюрприз вот такой вот собачий. Блять, находится вот такая игрушечка. И сама упаковочка. Ой! Поехали. Какашечку замакнули. Какое адское наслаждение. Тут реальный понос овцы с деревянными палками. Рабочая система. И хуешь, ты реально быстро, без затруднений. Даже замеримить не сможешь, девочка моя. Возьмем и попробуем сейчас. Какой же он? Урод, блядь. Ой, перепелиные яички. Какое же райское наслаждение, которого ты не испытаешь даже в Дубае, потому что это реально фирменные конфеты только в России. И для них худеют только реально рабочие люди, как я. Скинул я на них более 50 килограмм и не жалею об этом, поэтому взять их все-таки стоит. Поехали. Оранжевый, господи. Девочки, ну, я считаю, что можно отпраздновать такое дело святого богатыря. Тем более с такой игрушечкой. Господи, помилуй, Мишечка, господи. Давно такого отчасти нам в семью не приносила. Я просто молилась десятилетиями, ёптвою мать. Лучшее упражнение для поясницы – это пепперони. Поехали. Пепперони, 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 пепперони. Ноги как у Кендалл, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Pulling out the coupe at the lot, turning for a 12-fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit the link with the box, had to put the stick in the box. Я давно знаю Соню, и ее отец алкоголик. Парень манипулировал сексом, а она до сих пор борется с анорексией. Ее блог – это логово, где все обсуждают парней, оргазмы и даже секс, а также проблемы с родителями и как в 100 килограмм чувствовать себя лучше всех. Hey guys, my name is Mandarina. I'm falling really. Лук на сегодня. Платьица от Cartier, шарфик от Chanel и, конечно же, сумочка у меня от Gucci. Не завидуем, а если завидуем, то молча. Много плакала, но в чем тут моя вина? Ты слишком мягкая, но все это временно. Пойми, я не звезда, что тебе еще от меня нужно? Успокойтесь, клоуны, я пришла танцевать. Здесь не надо толпиться, мне не надо мешать. Как я это делаю, вы сейчас увидите. Кто меня не любит, вы просто мне завидуете. Говорят. Pulling out the coupe at the lot, turning for a 12-fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a link with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get laid. You act like you like it though. Never backtrack if I ain't fucking with you. Can't sit with us, but you might go. All my silly bitches, I'm the ditty bitches, got a milli bitches on go. Silly bitches, I'm Achilles bitches. Yo pop, who the fuck wants smoke? Keep it real, you dilly mad 'cause your baby dad used to like me though. Fuck 'em, 'cause I ain't want 'em. Told 'em take a hike like a hiker though. Yeah.
меня единица по физике. See the liquid box, had to put stick in the box. Walk your mojo pills, I'ma get lazy. I got the mojo pills, been trapping like the 80s. She's such a nigga, so got cash. Привет! Чем занимаешься? А я вот работать люблю и прыгать. Попрыгаем! Я настолько сама себе интересна, настолько я харизматичный человек, охуенный. Кончушка Змей Горыныча, кто бы мог подумать, где же я ее достал? А все верно, в магазине Хуй Таджика. Там все очень надежно и прочное. Ну что ж, нанесем хоп под глазики и поехали. После нанесения мы немножко их растираем. После 5 минут действия можно смывать. Ой, как же замечательно. Результат следующий. Это Катя и Лена, две подружки, и они снимаются в фильме для взрослых. Также в профиле у них есть видео, как они рожают ребенка прямо в бассейне, помогая друг другу. Ведь их профили реально рекомендуются для поднятия настроения. Он реально рабочий, мяу. Ой, я слышал писка, Орать нельзя, если вы думаете... Вот такой вот результат после мажки. Немножко у меня глазик опух и губки, но это такой эффект. Значит, все хорошо, если у вас все опухло. Вот, можете брать патчи. Очень хорошие, 50 рублей фикс прайс. Вот и все, мои дорогие трансы. Я ответил в телеграм-канале на все вопросики. Мне так понравилось. Кнопочку нажал, все записалось. Хоп-хоп, мусорок. Вот, можете свайпнуть. Или тут я скрин оставлю. Подписаться на телеграм-канал. Да, знаете ли. Вот, поэтому давайте спокойной ночи. Приятных снов, приятных снов, день. Хороших снов до вечера. Вот, целую, в попу обнимаю. Вот, давайте спать. Сейчас скину туда видос ржачный. Смотрим все быстро.